В культурно-просветительском центре Люберец состоялся концерт «Семейный очаг» ансамбля татарской песни «Мирас». Концерт, посвященный году семьи, организовала татарская национально-культурная автономия округа при поддержке Комитета по культуре администрации городского округа Люберцы. Ансамбль исполнил песни не только на татарском, но и на башкирском, русском и итальянском языках. Этот концерт – часть подготовки к предстоящему семейному фестивалю «Сабантуй» Московской области, который пройдет 15 июня в Центральном парке Люберец. Ансамбль «Мирас» под руководством Ильнары Нигматуллиной – лауреат многих международных и региональных конкурсов. We'll be right back.